Заседание «Единой России» прошло в местном отделении партии. Вопрос благоустройства территории в рамках приоритетного проекта «Комфортная городская среда» стал одной из главных тем обсуждения. Помимо местного депутатского корпуса, в дискуссии приняли участие и народные избранники из Московской областной думы. Тему продолжит Мария Антонова. На этот раз с поздравлений и цветов началось заседание местного отделения фракции «Единая Россия». Члены политсовета Эму Борисову депутаты поздравили с днем рождения. Далее в рабочем порядке они обсудили повестку заседания. Проект «Комфортная городская среда» стал одной из приоритетных тем. Для меня комфортная городская среда – это не только благоустройство дворовых территорий, да, ведь это и ремонт подъездов, это и капитальный ремонт домов, и подъездные пути, и тротуары, и дороги в городе, кстати говоря. Для меня, ну, наверное, как и фасады домов, конечно, но я сказал уже капремонт. То есть все, что человека радует глаз и не представляет неудобств в проживании, все это есть комфортная городская среда. Об уже проделанной работе на дворовых территориях рассказала руководитель управления благоустройством округа Марина Зинкина. Мы, как люберцы, уже за 3 года сделали 33,5% из общего количества дворовых территорий. На этот год также запланировано 67 дворовых территорий, которые будем делать по 6 обязательным элементам. Помимо дворов, жители обращают особое внимание на благоустройство зон отдыха, на благоустройство парков, которые у нас есть. Также она отметила, что особое внимание сейчас уделяют раздельному сбору мусора. К 1 июня этого года округ должен перейти на такую систему сбора отходов. Мария Антонова, Александр Асеев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.